известная модель устроила скандал в салоне красоты. Скандальный развод популярной актрисы. Шокирующие фото. О, певица избила свою фанатку? Меня так-то тоже по телеку показывают. Тоже хочу быть звездой. Интересно, как это быть вредной и придирчивой? Надо попробовать. А, Ксения, так, налей-ка мне кофе. Я не поняла, ты что, вообще страх потеряла? Тоже мне. Тогда, Мариночка, налей-ка мне кофе. Не-не-не, не кофе, а зеленый чай с жасмином. Милая моя, а не пошла бы ты лесом? Короче, вы меня все не цените. Так, где обычно селебрити выкабениваются? В салонах красоты. Вот тут-то я позволю душеньке своей оторваться. Ну, держитесь. Девушка, а меня еще красивее сделать можно? Конечно, можно. Нет предела совершенству. И не поняла, а я что, недостаточно красивая? Пусть попробуют меня вредную такую удивить. Может и получится чего. Хочу прическу легкую и модную. Пусть накрутят меня интересным способом на утюжок. Локоны при такой укладке получаются воздушные. Невесомая укладка продержится долго благодаря лаку специальному. Технология сухого распыления не утяжеляет волос. Вот и готово. Да, мне нравится. Да, красиво. Даже придраться не к чему. Могете. Умеем. А что-нибудь еще умеете? Умеем. Я еще петь могу. Лаванда, горная лаванда. Мама. Вот и пришла еще одна медийная личность. Тоже, наверное, сейчас придираться начнет. Или не начнет. Если результатом довольна, то и ругаться-то незачем. Яна хочет окрасить только корни. Торопится, наверное. Конечно, вечные съемки. Вот и поправят ей внешний облик быстро и качественно. А цвет по всей длине волос обновят вот таким интересным способом. На рынке парикмахерских услуг есть процедура Crystal Gloss. Рекомендую ее использовать вам в том случае, например, если вы решили окрасить корни, а цвет освежить по всей длине. Так, кому я тут еще не придиралась? Точно, к нейл-стилисту. В этой области меня вообще ничем не удивить. Думала я так раньше. Тут, оказывается, новинка появилась. Гелевый маникюр. При таком маникюре родная ногтевая пластина становится тверже и прочнее. В 2 раза. И длина ногтей становится чуточку, но больше. Под свободным отросшим краем не видно границы между натуральным ногтем и типсой. Я придиралась, проверяла. В общем, эстетично и удобно. А это будет практично? Практично. А красиво? Очень красиво. А удобно? Удобно. А свои ногти не страдают? Не страдают. Терпеливая. Я бы сама себя уже послала. Так, а Яне мало было окрашивания. Она еще и причесочку захотела. Пооригинальней. Посмотрим, чего ей сварганят. Кто сказал, что плетение уже приелось? Наговоры все это. Вон какие косы сейчас актуальны. Чем пушистее, тем лучше. Такое плетение подходит и для будней, и для торжественного выхода в свет. А впереди, ого-го, сколько праздников. Так что вот она, находка, которой не придраться. Эксперимент закончен. Вывод. Не мое это быть вредной и придирчивой девушкой. Мое быть красно-косыночной и нести людям счастье. Дарья, дежурная по рубрике.